Начинаем, пацаны. Прицел, если ты тут, Олег, тебя не... Ну, слышал Олега. Да, все папа будут, абсолютно все. Непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Восстаньте, братья, и уничтожьте наших врагов. Долго не видит. А кто будет ГМом этой гильдии? Без понятия. Это есть будет Ром, получается. Строим выборы. Так. Что брать без понятия? Еще раз. Ланар Агро теперь, брат. Они оба Агро. Дышится. Что-то не сильно, видимо, Рога на пулю, а умер. От стака. Даже не от стака, а от ослепительных искр. Дамажем. Да, можно дать. Хотя уже зачем, но... Дима, завтра будет? Ловса. Кинетика, пацаны, низко. Спасибо. Это 4 дизлайка на эту. Вообще никогда не было. Заморочил. До начала. Это бойца всех своих. Эки ставят мне. Лайки. Слушай, Женя, почему у тебя написано повод, ты голодаешь или как? Ты должен поддерживать, и шо? Подходит, понял. А то и похуй. Ну. Рублей. А кто сказал? Кто это ты сказал? Да я знаю. Блин, пацаны, сейчас, кстати, протестирую подписки. Машка. Терпим. Оповещение о новых подписчиках, это очень неприятно. А должно не сбиваться. И прольется кровь. Не. Хотел когда-нибудь? Не. Ни разу. Бля, знакомому человеку. Короче, сбились подписчики. Да им... Давай слот. Заходи на ШП. А, типа ты уйдешь. Не-не-не, мы тебя примем. Пати никто не уйдет. Заходи на лока, лучше лок нужнее. Ну, нет, лока. Ой. Длина Фурика. Фурика. А, Фурик есть? Я не помню уже. Да. Заходи, тут все поменялось. Тут боссы упростились, трэш тоже. Блин, ну вот теперь работает. Почему оно изначально не работает? Да, действительно все работает. На лока опять зайду. За колье. Вот как, смотрите, рейд собрался быстро. Замены. Теперь, короче, Марат отвалился. Короче, вы даунны, что ли? Зачем вы в него плюсовали? Вот три человека просто.
Я никого не оскорбляю, я к тому, что типа были люди, которые хотели бы. А вы пошли, теперь вы отваливаетесь по очереди. Нужен. Андрей Королевский, тебе тоже, сука. Поставь лайк, Андрюха, это у меня, потому что воятель за на оф. Потому что не ставят лайки, а поставили дизлайки. Ты, Андрей. Пропиарь там на X5, пожалуйста, Стимчанский. Блять, найти бы вов. Я понял, Дим, что ты дизлайки не ставят. Нормально, потому что пацан. А те, кто ставили, не очень нормальные. Так. Вместо Джона Огурца. Джонком. И больше. Дали те, что плачешь, ты выиграл. Да, можно, конечно. Как, в смысле, какое кольцо? Ну, перстень Варанары. Так там, Маша, это ты говорила? Так это на Элема бис за 10% пускай забирает. Не бис, а на Элема бис. На Элема. Почему он бис на Элема? На шипа и на демона? Кто-то так сказал, а я поверил в это. Я забрал себе. Игру сам. Вообще на самом деле невозможно. Можно это оценить. Нельзя будет играть. Я бы, наверное, выбрал готику. Почвор. Второе. Наверное, будет. Я пока не могу прочитать. Я, кстати, лежал в 2008 году. Ой, в 8. А, ну да, в 2008 году лежал в больнице с гайморитом. У меня была Nokia кнопочная, у меня был смартфон, Rover PC M1. Это был один из самых первых смартфонов. И мне его родители не разрешили брать в больницу. И дали мне Nokia черно-белую. Там была змейка. Я такие рекорды там ставил. По 4500 очков. Че, нужен форик или нет? Сейчас, сейчас. Убиваем одного босса. И нужен будет. Тебе надо еще 100 грамм уходить? Нет. Ну, значит, ты можешь сейчас уже уходить. Надолго вообще рейд? Ну, у нас уже лана. Ну, еще часа два где-то посидим. Ого-го. Заир, короче, Левай, пожалуйста, портуйтесь с Долоран, 100 грамм тоже. Долоран, пацаны, сразу говорю, это рейд. Мне это не очень нравится. Да, конечно, читаки в CSGO портят все. Давайте фулбафару, пожалуйста. Ратату кулак дайте и защиту от темной магии. Этого вполне себе будет достаточно. Дайте кулак Навара. Кулак Навара. Westlife, бафни кулак Навара. Еще раз чат на пол. У себя в чат работяги. Серег, ты сильно много фишки используешь. Да-да-да, я пока еще не знаю, что такое гусь. Давайте, на счет 3 танки вперед, все стоим на месте. Раз, два, три, танки пошли, остальные стоят. Не ловим зеркало. Поехали.
Это не нужно. Вечно. Время одно и то же, ничего особо нового. Ханк поймал укус, его заставляют ближе подходить, чтобы передать. Беги, малышка, беги! Бывает же, ребят, бывает же. Я смотрю на вас, смотрю в чат, короче. Попала просто рандом. Даш. Чекают их и банят мистер читеров. В обычных поехах реже чекают игроки из кичка. Я отстой, сука, я был в катке, в которой... Паша, ты катаешься вилом в КВСку? Я помню. Берегу. Ой, как. Так. Вот это мы парж. Давно играл 10 лет назад, но... Нет. Скачал КСБ, пытаюсь. Да, нет. Ну ладно. Так. Пожалуйста, сейчас сложно. Трэш будет. Нам осталось 25 минут. Деймос, ты подпишись лучше на мой канал, Деймос. Пацаны, зайдите, пожалуйста, Твиче. Хотя бы подписку. Ну и на Твиче, и на Ютубе можешь подписаться. Канал называется Калифорники везде, и на Твиче, и на Ютубе. И, ребят, кто на стриме есть, тоже поддержите подпиской. Да, кто-то еще что ли любнул или что? А, это Олег уже. Очень сильно нужны подписчики. Особенно на Ютубе ты еще подписчиков что-то. Так, ребята, щит нужен кому-то на мейн. Щит без ГП нужен кому-то. Богу хульник. 20-10%. Токен завоевателя, ребята. Все токены падали по разу, да? Вот, прикольно. Богоху. Вестлайф, Гулливерка, Вестлайф повыше. Завоеватель с обычки нужен кому-то? Давай 100 грамм, дальше.
Я его передамажил на 1 ДПС. От этого вара. Привет, Вир. Здорово. Просит тебя не спамить символами. Рад тебя видеть, Вир. Как дела у тебя? Занят запустим как что клавы я 100 лет уже придамажил еще карик я надеюсь ты давайте РДД ледяной. Аккуратно, в идеале. Бесплатно у нас. 4 еще. Заир. На кого не поменялся? Заира в... Это... Могу. Знаю. Вот я пытаюсь Заира сейчас поменять. Я... Растрим. Пищиков пришло вот с моей гильдии в Warpop. Часть с CSGO пришло, плюс подписались и сряли. Вот это примерно 100 подписчиков на данность. Где-то 30 человек как раз вот так. Апекс я начинал. Тоже начали несколько человек. Первый стрим. Жалкие создания. Умрите. Тоже не я достойно жил после смерти. Чуваки, кто в Дискорде? Лейнер, пожалуйста. Завалите на канал, подрубите, пожалуйста, на стримчик. Он у меня уже с молодым. Залетай, Виталий. Чувак какой-то с молодой орды мой стрим. Вот это дружба, вы никогда не можете зайти. Котши. Не знаешь, почему вы даете? Чего? Помню, шмот я ему то ли не... Ничего, он не в CSGO у меня, наверное, есть. Первый раз, наверное. Второй раз за то, что не хотел в 6 рейдов. Паренек в чате пишет молодой, что надо стример, понятно? А вот это дружба, вот это я понимаю. Лех, извини, я с гильдии возьму. Килл Рила. Пока есть альтернатива, надо брать релиз. Глупый крок, ты сам привел мне подкрепление. Ну это все. Можно на Тиндру зайти на фонта. Стипаролить надо там можно. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом.
Конечно. Вот. Я в тебя уверен. Фибрилляция хила, я ДЦ и пал, я в порталах. Не, не позже, не раньше. Принял. Да, ничем опыт не люди. Куча вещей, конечно, за 2000 часов. Я общался с пацаном, у которого 6000, по-моему, часов в доте наиграно, но он вообще по-другому мыслит, вообще не так. Так, ребятки, я спекаю с хила. Поставьте, пожалуйста, уличку, уличку, бусинку. И шкаф поставь. И шкаф, и шкаф. Конечно, шкаф. Катапульта, куда ты ушел, дружище? Я релогаюсь. Я понял. Хэпала. Кирилл, ты зашел в собственно. Вань, да вроде ничего не пропустил. Пока постепенно у нас рейдик идет, ничего не пропустил, три босса станут. Ребята, чек на пол, гахуль. Ребят, я сразу говорю, короче, кто не дамажит трэш сейчас, тот без хипа, естественно, остается. За этого босса это следующий. Благохульник, ты здесь, фуривар? Баф и седдеру, пожалуйста, дайте какие-нибудь. Каску по себе, паладин, кулак по себе. Лапа висит. Десять лет в каску играть, ну ты с ума сойти. Ладно, короче, богохульник не хочет ТП. На 3 начали. Паладины, пожалуйста. Ясно. Заклинаю вас, а вы ясно. ТГП. Чего на ком? Трупа. Здорово, жму как могу. Я-то думал, сейчас отойду. Тут БР прилетел. Давайте будем стараться собираться в звезду. А то ромбик нас предал. И не собрался. Спасибо. Поддерживали. Друзей своих зовет, господа в КС-ку катает, ну, интересно, тоже. Самое здоровское, когда заходят люди такие адекватные, писают, типа.
Блин, я второй раз чуть не пропускаю в открытие портала. Опять ромбик кидала. Никому не кажется, что нас опять опрокидывает. У меня, кстати, стаков больше, чем у нас. Это заклинание еще не готово. Вань, ты делай что. Давайте на миду встречаемся против часовой. Ребят, ну мы опять что-то не то делать. На миду. Дотер, что ли? Я Counter-Striker. Counter-Striker? Хорошо. Я Counter-Striker играю. Давайте, это что, четвертый пытал? Третий. Да давайте, захиливаем уже, давайте. А, не будем никуда заходить, как фул хп уже у босса. Мы зайдем. Гимэ отдайте тогда. Это большая заклинание. Там. Будешь. Кто-то обманываешь. Ну, стаки я... Хорошо обычно. 6 стаков за один портал обычно. 7 иногда. Сейчас их было 16. У меня 15 было, видишь, что меня еще стаки воровало. Наверное, просто вылетаете как чурки. Ну, Ара, ты чё так базаришь, а? Ага. У нас вообще-то мы на Твиче стримим, у нас толерантный стрим. Простите. А ты, если меня заблокируют, ты будешь мне даже на канал на 85 подписчиков. Нет, это не Dota, Иван Денисов, это World of Warcraft. КС-ки читеров все больше и больше становится. Конечно, Марк. Каэр Моркин, это просто жопа. Я уже говорил, что у меня была катка. Что ты там делаешь? Ребята, грудь маговская на мейн. Сейчас, секунду, кошка что-то творила. Люся. Рома, у тебя 2 недели, кстати, осталось, и на завод придется идти работать. Как ты это прокомментируешь, Ромыч? Еще кто-то грудь ролил или там никто не ролил? Как хотите. Куда после стримов пойдешь? На работу, скорее всего. Куда-нибудь в кофейню баристы. Что ты со стрима в кофейню? Как ты низко падаешь сразу? Повышение. Вань просит мод не капсить, короче, капслоком мне нравится. Понял. Когда ты вот одно сообщение написал капслоком, я его второе пишешь, и он уже начинает обижаться. Блин, прослушал шутку, братцы, вытаскивал наушники. Что там было смешное? Да я говорю, со стримов в кофейню. Спасибо большое, Саня. Сколько у тебя еще в запасе? У тебя есть 2 недельки, да есть? Где? Да так, да. У меня низко. Не надо, Сань. Кинь я. В открытую прямо. Это хорошо. Я типа не читаю. Гулливер, где ты есть? Ивент не начался, да? Как тебе на Твиче найти? В корте. Калифорния. Сейчас скину ссылку, там вот есть ёжишек скид. А, у нас есть, погоди. Еще раз. Там Twitch, YouTube, короче, и можно еще группа ВКонтакте, есть такое же название. Если ты донатить не будешь, можешь не заходить. Не-не-не, заходи, главное подпишись. Что? Я вон первый раз, когда ЦЛК стримил, короче. Самый первый раз. Мне там тип с гильдии какой-то надонатил, а рей. Где-то 2 косаря почти сам надонатил.
Трися пятихатку задонатил, и так еще, ребята, по 150 рублей. Короче, за первый день 2400 мне задонатили. Я охренел просто, думал, это невозможно. Моя смена на заводе. Серьезно на заводе работаешь? А что ты там делаешь? Ну, я работяга обычный, блядь, на бутылке сажусь. Дайте шкаф, пожалуйста, и что-то я не наблюдаю. Какая зарплата у работяг? Короче, не знаю, какая зарплата у работяг. У нас завод в Борисовке. Население 13 тысяч человек поселка. В районе 25 тысяч человек населения. 26. Завод поставил 25% металлоконструкции на Крымский мост. Ну, только металлоконструкции. У нас завод металломостовых конструкций. Короче, чувакам 5 месяцев, самое малое, обычный стругальщик, вот у него зарплата 22 тысячи. Делали Крымский мост. Маленький. Сколько это в долларах? $1000. Тоже где-то так же? Две... Слушайте, подождите, я расскажу. Короче, набирали людей просто. Смена. Вообще, производство не остановилось. Тупо в 24 часа все было включено. Люди приезжали, уезжали. Там фрилут стоит LG, твой шанс забрать качка себе. Подписка. Пич устанавливает, слеживает. Бесплатно. И у меня... Просто подписка. На 5 месяцев на тебя можно $25, по-моему. Twitch сам предлагает. Не, а ты это когда сделаешь? А, я, по-моему, от 100 подписчиков могу это включать. Типа спонсорство, ты имеешь в виду, чтобы эти смайлики там у них выделялось, да? На Twitch от 100 подписчиков, если не ошибаюсь, на YouTube косарь. До 90к доходил, я вам пишу. Ну, короче, тип у меня работал сварщиком. Сварщики и так неплохо. Тема. 8 тысяч. Жесть. Чего они живут? 154. Это ты, Деймос? Mm-hmm. Смысл в том, что у типов была лютая зарплата, и они набрали тачек в кредиты, короче. Набрали тачек все в кредиты, и зарплату понизили. И у них кредиты, короче, это бабки все спущены, короче. Ну чё, нормально. Вот там истории про заводы. Они что, не понимали, что после моста, блядь, пиздец заводу будет? Ну, ему не пиздец, просто... Я тебе объясню, сильно был большой спрос на завод, на этот, ну, на мост, и набрали много людей лишних. Раньше завод функционировал, как функционировал, но когда был спрос, набрали новых сотрудников, настолько же, сколько было до моста, а людей больше, понял? И уволили если... половину, чё? Нет, когда ты сокращаешь людей, короче, ты им 2 месяца или 3 месяца платишь зарплату. Полную их, короче, без всяких лишений. Среднюю зарплату за последний год ты платишь им в течение 3 месяцев. Ну, дебилы, чувак. И не увольнять во Владивостоке, что ли, большой, и решили, типа, не увольнять, а дотянуть до следующего моста. Так. Вон. Нету завод. Ну, я думаю, есть, но... Работал на этом. И, ну, то есть месяц на заводе был, месяц в Москве. И в Москве очень много мостов строили с Борисовского завода. Там. Холви, привет. У меня есть. Скиллованов в доту играю. Я стримлю на VASDTV доту. Найди сайт такой, это НТСовский сайт. Новая стрим-платформа, можешь там поглядывать, Дот.
Дураки, Андрей, дураки. Ну, не дураки, но люди такие. Сейчас я расскажу. Сань, что ты спросил, Трися? Я прослушал, пожалуйста. Да я не спросил, я говорю, что Москва-то рядом, а так через связи тянуть, блядь, эти конструкции. Это ж дорого. Здорово, Кирилл, здорово. Да что их на самом деле на поезд кинул и повез. Они же поездами власти. Я видел, фура ехала по Белгороду, 25 метров прицеп. Короче, две отдельных колесных прицел, конструкцию 25 по Белгороду, прям по улице ехал, кусок моста, это просто что. Ну, жестко. Одна палка, я не знаю, сколько она весит. Давайте, я в считаться лема, пожалуйста. А, проверьте все бафы на себе. Да, Шипан Кавачки. Спасибо, мужики, 3 подписчика, здорово. Большое спасибо, вы подваливаете. Здорово, военкомат, здорово, Кирилл. Как дела у тебя, как вечер пятницы? Ребята, проверяем бафы, каску, пожалуйста, друидам. Обновить. Магию не копим, не стакаем. Свата и рота. Идите, пожалуйста, сюда поближе. Кирилл, это World of Warcraft 3.3.5 лич. Посмотри, прикольная RPG, самая популярная MMORPG World of Warcraft, по-любому слышал. Сейчас мы ждем мага свата. Ребят, я хил, я сам увижу, если на хилах будет магия. Пожалуйста, никто не копите стаки. С бобами, с притяжками не тупите, если мы вайпаемся, это гп. Поэтому сразу, пожалуйста, внимательно, нет фибрилляции, тебе в элеме. 5 хилов будем хилить, 2 эрдруга, шамху или палдыцы. Гульверка это альверка? Не-не-не, эвакатиум, прости, я чуть-чуть не понял, о чем ты именно. Шамасту или о чем? Блин, так я сейчас понял, что у них ники похожи. Свата, ты здесь, маг? Это друг чей-то, кто-то может там у Майка? О, там, блин. Сейчас он подойдет. Бедняга, ты спал там, что ли? А Ливерки нету, да, с нами? Флипец, паштет, паштига, паштитец, паштитунька. Все готовы, давайте спускаемся, захилим. Пацаны, чатик, я от вас немножко отвлекусь. Самый мой нелюбимый, самый сложный босс. Вот. Сейчас, братан, чат. Скажу. Надели фрош, смотри, что ли. Магия, 0 стаков. Цифры. Сейчас умру. Не выж. Ну, на крополе просто. Помню, был. Ребят, ноль. Магия обновилась. Фридом, пожалуйста, Фридом, здорово. Давайте, меточки вниз, набрали рейн, шахматный порядок. За одной меткой мы прячемся, ее не бьем в кружочка. Все остальные меточки до 280 тысяч 100 дд. На лестнице сзади нас. Лестница сзади. Для нас. Хоть БР первый будет. Стоп ДД по правым склепам. Левый склеп. Слева поблизко. Голова. ДД склепы. Гулливерка. Гимн на ХП. Чё, не надо. Не надо, не надо, не надо. Не надо. Все разбили, все хорошо, встали все в кучку. Ресай ману, пока можешь ничего не дцешить. На мне магия, чекаю хилов, машулечка магия. Не, шипа, не. Ничто проспить. Просто есть заводы, которые конкретно на нас специализируются. У нас там завод какие-то не части делают. Ну, за мага умирать, это самое последнее. А маг
Миссия, повесь из... ДК. Дайте по СС-ку, пожалуйста. На БДК. Ноль стаков, это все. Смотрим внимательно. Боливерка и фибрилляция. Вы первый по хлопкам. Я и вниз. Метку кружочка не бьем. Все остальные метки до 280. 30 лево близко, ребят. Справа близко падает. Справа близко. Передний центральный склеп. Стоп ДД. Вправо и дальний бьем. Слева еще раз близко. Самый. На лестнице справа, на лестнице справа. Давайте, разбили склеп, full DD склеп. Кость прожимайте. Красава. Поддержим, не земелем. Под босса. Магия. Пошли. Милизона, пожалуйста, назад. Разве сейчас не замерзну. Покады. Виталий Кун под босса. В склеп не бьем, короче. Давай, Ахма, там нужно попрожать. Не поменялись вы за... Под босса, слава, под босса. Разбиваем склеп. И рост. Рост. В следующую сторону. А тату в сторону. Как вы умираете? Я сказал. Нажми деф какой-то. Лепец. Вижу. ХП. Под босса 3. Разбейте, пожалуйста, 3 си склепс. Хорош. Штрафить. Я думаю, там сумма. Я тебе говорю, если такую зарплату обычно... Да, боюсь представить, какие дебаб. Память маленькая, пацаны, кольцо. Кольцо на майна, да, кому-то. На оффспек кольцо. Как хотите, токен покорителя на майн. Кто не забирал вас, там, по-моему, двое ролило. Кто из вас не забрал? А, два-то, наверное, защитника роли. Смотрим тогда. Щуп. А, разбойник, разбойник забирает. Ты же не забирал еще, съели? Съели. Страфа разве не разбойник? Рома, резь на меня. Видишь, сейчас. Сигильдейц тебе. Да это потому, что ты с X5. Ага. Еще, короче, чуть-чуть. Не знаю, как там сваживать. Еще, короче, проблема этого завода, это может не... Им все время 40 лет руководил один человек, взрослый уже дед. Он умер, его сыну достался завод. Сын никогда не руководил заводом, но не... И в итоге он чуть-чуть, наверное, неграмотно поступил, когда много сотрудников новых набрал, поэтому, может... Такая ситуация у них возникла. Да, сварщики получают очень много. Я тебе говорю, по 180 косарей рубили. Так, я в сову, пожалуйста.
У вас 4 хила. Гулливерка, насколько я помню, не может... Ой, ты чуму можешь подиспелить? Тебя не слышно, если ты говорил, Варка. Ты диспелишь чуму тогда, если не бегут. СС, Трисия на БДК, в идеале на протопала. БР, пацаны, сколько там КД БР? Скажите мне, пожалуйста. 4 минуты РДРУ. Щука, у тебя сколько РДРУ? Ага, в идеале твой на... Но обновишь, бросится. Трисия, тогда ты на протопала вешаешь. Машурочка, ты где? Киньте лапу, инту. Лапу, инту, вару тоже киньте, обязательно нужный баф для вары. Проверьте бафы, пожалуйста, на варе, жди. Да все есть. Ну, нефтянка это другое дело, я не знаю, на севере. Латыш вообще калируется. Все, вой диспели чуму. Станы, рассказываю, что у нас с протопалом. У тебя все вкачано, Виталик? Меня слышно, кстати? Да, слышно. Все вкачано. Короче, Виталий Кун всегда на всех волн валик трусы станешь. Рога, у тебя что со станами? У тебя все хорошо? Ты сможешь стать? Да. Ты на всех волнах валик кружок станешь. На всех волнах. На первой и третьей Westlife ромбик. Первая и третья волна Westlife станешь ромбик. Плюсик, если понял. На второй и четвертой Седдер ромбик. Седдер. Плюс они тоже, Кирюх, пожалуйста. Ромб это какой? Подожди, какой счет? Вторая по счету это ромб. Поставьте рыбу. Сейчас поставлю. Чек на пул. Все, станы распределил. Ничего, думаю, сложного у нас не будет. Уже соу. Виталий Кун, фибрилляция. Вот тут маги вообще будут валик уничтожать. Все, лича запустил, брать. Все готовы, на звездочку ориентируемся. Ромбик убрал. Олег дал тебе ассист. Ты мне метки. Надеюсь, твой ставит. Каску шаманом обновите. Проверьте, чтобы бафы не меньше 15 минут у вас будут. Бафы не меньше 15 минут. Возле лича не стойте, чтобы БДК успел поймать. Это очень важно. Пацаны, кто не видел, это король лич легендарной версии World of Warcraft. Знакомьтесь, пожалуйста, с ним. Вы по-любому в Warcraft 3 играли Артаса, видели вот этого злостику. А век кабула. Кирилл. У меня нет еще прав на такое, Кирилл. Нет прав, 1000 подписчиков. Седдер, отойди, пожалуйста. Седдер, отойди. Кирилл, Кирюха, Кирилл, Кириллец. Рома. Пристычно. Жопа. РДДД ловушка. Чума. Калина. Звезду. Щукаем. Сейчас вниз поставить. Чума при... Нет, тоже проебали. Очень плохо. Щупарик заливай. Ловушка РДД, двигаемся. Второй шар, короче, вышел, забираем. Хотя что там здорово, если опять не внесли. РДД ловушка. Короче, сейчас у нас БДК будет откидывать. БДК протопал будет писать. Подводи. Ну, за... Припала вообще. Красную каплю.
ШП Хантшат регион. Отлично, здесь провели выступление, видел, красава. Стан, спан шат. Так, кое-как. Самое приятное. Там по... Ёб твою мать. Стоп, давайте. Давай. И кому? На вторых вальках будем давать рост. Сейчас чуть-чуть справа отличал звезду. Следующего. Плотно за спину. По-моему, как летел. Не вышли Мелизан. Давайте в труп. Рост, когда вальки схватит. Прям. Лужа направо их вернее, она вперед. Рисия лужа, заебо, бьем валь, стан и валим. Еще раз рост, шаман. Надеюсь, вы не оба нажали, все отлично. Валькира, алло, друг. По краю, ребятки, сейчас тоже будет. Осквернение богохульник, все в центр. Первую позицию. Тотема. Вальки, здорово. Идем лучше. Акма лужа, БТК лужа в центре, вышли, не бегите за лечом, он по луже видит, все нам. Ну и здорово, давай веди их на край, короче, сейчас всех в одну. Шикарно. Сова, пожалуйста, Инер Машу. 25 человек живых. За ухами не стоим выбегать. Я дисканул. Все хорошо. Били и на краю стоит. Пол. Упал. Сука, ёбаный.
Вот, блядь. Не матерись, Кирюх, мы же толерантные, отвечаем. Очки пошли вперед. Дальше проходим, бомба слева. Ебать, шаман скиллованный, большой. Лежим. Нас за корешем. Вам пошла. А у Кириллов вообще запернемся. Так, помогай. Парик. Братан, тащи. Чукарик, мать. Очень плохо. Лича поставили. Отвратительно. На край уходим. На противоположный край к лестнице. Серёга, пошлите туда. Я рук помашу, лички поможет. Ушли все к звёздам. У меня маленький. Если вас убьют маленькие духи, вы тупой. Лис служит. Любит мелких духов. КД Инрель за... Не умирай, пожалуйста, а то это было стыдно, я тебя только хвалю эти сразу откисну. Проходим сразу бомбу. Тут похилим, все хилим. Дальше идем. Проходим фулл хп усил. Отсел по мане, пока хилим. Ждем впереди бомбу. Побежали. Сакру, Сакру протопала слезть. Давайте, идем дальше за ум. Заходим за ум. Сколько там до выхода? Да, скверни. Хватит чарж. Да, по аккумуляту. Нет, не кажется. Господи, Луха в маленький. Питаю, я вас совершенно не игнорирую. Ушли, ушли, ушли к трону. Ушли из-под маленьких духов. Где мало? Джинни, не надо. Так, у меня... Досовое наличие тяжко дамажит. То, что тяжко. Не сильно. Но когда я вижу за рейдом, я вообще запнил. Побежать. Если есть кого-то риск. Сакру дать? Не-не-не, Сакру. Больше идем. Все хорошо по мане. Два. Дальше идем спокойно. Давай. Ну и все, стоите на месте, значит. Пошли. Вот это лично. Здорово, здорово, весь третий пиротрап на ребра. Я вам скажу, я трансляцию запустил. Час 43. 2 минуты, 2 часа, 1 минуту идет трансляция. Пустили где-то 3-4 минуты до ребра. То есть... Да не, Рома, я выпил на пуле ребра фласку, она вот спала недавно, больше двух. Не-не-не, у меня трансляция идет 2 минуты, 2 часа. Я выпил
пласку на ребре прям вот во время пула. Буквально чуть-чуть больше 2 часов. Там час. Ой, два, ну, одна минута. Или... Чё ты говоришь, Серёг? Мы прошли без вайпа, все равно до пипа. Да почему да до пипа я за время просто... 2 часа 32 секунды. Вот это я... Ты привел сюда лучших воинов, которых знает мир. Отлично, рейд хотя бы сегодня синдра не подвел. Спасибо, пацаны, вы хорошо дамажили все. Спасибо тем, кто подписался на канал, там, кто донатил. Большое спасибо, ребят. Поднято вас за ребро хилить. Почему? На синдре вообще было кайф. Кстати, наканите хп из синдры, пожалуйста. Смотри. Ты просто видишь, у тебя холипал не юзает джагу света, из-за этого не хватает хила чуть-чуть. Там масса, которая тебе приходит с омоложением компенсировать. Ой, до принципа. Мне приходится в РДП зону, в мили зону, вот получается, можно не кидать буйный. Не-не, кто отписался, это... Два часа, но это рейд целый, 25 игроков, представь, Иван, шли, выполняли одни и те же задачи, 15 боссов били. Поэтому, как бы, это приличное время. Бывает, этот рейд за 5 падает, умирает. Сейчас, видишь, такого не было, сейчас все скиллованы. Дай мне силу. Разбить эти оковы. Розыгрыши мы никаких не анонсировали. Еще не могу. Следующую пятницу обязательно что-то. Невозможно. Ну я теперь понимаю, почему вас так рекламируют на Альянсе. Почему? Вообще тебя не слышно. Твоя ненависть не забирает. Он говорит, почему, понимает, почему нас рекламируют. Чтобы за это бабки платили. Наконец я свободен. Что ты говоришь, друг? Да мне интересно, мне не Али. Скажи еще раз, пожалуйста. Я говорю, понимаю, почему теперь вас рекламируют на Альянсе, в принципе, быстро, без проблем особых. Но представь, что у нас таких рейдов сейчас 3-4, а раньше 7. За одну как бы не 8. Вон там твоя джага разбирается исцеление. Лям 650. 250 из них эффективно. Да-да-да, у нас на Альянсе. Да. Лучше сервера. Так что... Ты можешь вернуться на X1. Или в конечно, то есть там у меня... Раны... А Мун еще жив на X5? Конечно, еще как. Да, у них же ГМ ноутф ушел. Гварин Целик, ролим. Ранее нет, они развалились.